А вы показываете, что вы хотите. Показывайте. Смотрите, вот я ложу коробку спичек, да? Угу. Да. И одну спичку ложу я так. Угу. То есть, сама фишка в чем? Чтобы этот палец от земли не отрывался. Ага. А этими двумя пальцами положите спичку на коробку. Сможете так сделать? Что еще раз? Еще раз, смотрите. Этот палец я ложу вот так, вот смотрите. Так. Я говорю, я просто ради общения. Ну ладно. Вот, смотрите, вот. Этими двумя пальцами берете спичку. Не отрывая. Вот этот палец не отрывая. Да. Если вы оторвали или сдвинули, угу, то есть ваш проигрыш. Угу. А вот возьмите, пожалуйста, смотрите. Я вам показываю. Угу. Вы же сначала покажите как, да, а потом скажите, сможете повторить или нет, да. Во. Вот. И не важно, что оно здесь упало или как, вот смотрите. Не отрывая от земли. Ребята, от земли не отрывая. То есть, если вы так пошатнули вот так вот, да, да, проиграли. Да. А что проиграли? Вообще просто. Дайте попробую. Дайте мне. Сейчас, Вика, ты там все проиграешь. Нет, я просто говорю, не получилось. Давайте еще раз сделайте. Посмотрите. Говорю, не то, что проиграли, просто говорю, не получилось. Пока спичка до коробки, это все в вашу пользу. А вы ее на камушек положили, она выше, вы ниже. Не, спичка, да, вот. Причем не все. Да, да, да. А дело не вот в этом. Во, да, здесь дело в том, как палец, насколько далеко изначально зафиксировал. Я не знаю. А это уже вы сами зафиксируете. Да. Давайте, давайте. Насколько вот вам? Чтобы у тебя вытяжка получилась. Вот, вытянуть что-то. Опа. Вот так. Опа. Положите, пожалуйста. Ну, завтра, наверное, будет. Браво. Получилось. Браво. А все равно сделал.